прямо, и в Мерсине пошел первый дождь спустя столько месяцев. Вторник, посмотрите, женщины разложили свои вещи на продажу. Дождик пошел, я как быстро начала снимать белье. Немножко намокло даже, я даже не ожидала. Ура! Началась осень. Мне кажется, началась осень, потому что вечером похолодало. Спим под одеялами. В речке, посмотрите, появилась водичка. Сейчас, мне кажется, надо мой... Все побросала, сейчас буду слаживать. Сейчас надо мое кресло передвинуть, потому что оно намокнет. Хотела эти коврики постирать себе, но, видно, не судьба. У меня хорошая новость. Ко мне в гости едет Анемчик и Баба Джим. Созлем Лабер-Абер. Вместе с Созлем. Сейчас они позвонили нам. Сейчас, час назад. И сказали, что к нам едут. Я вчера, как чувствовала, вытащила канаты, наготовила вкуснятину, сами видите. Будем жарить сегодня крылышки, канатики. Крылышки на... Кажется, приехали. Пошла открывать. Бабам надо? Сопет медир. Бабачим, нерде бабачим? Бабачим, бе адам булдук. Нерде, нерде? Gelin bakalım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, canımlar. Вот здесь у меня размораживаются наши ляжки. Тут я смотрю, все есть. И ляжечки, бедрышки есть, и крылышки. Вот они сидят. Анем! Анем Гюль, Анем! Анем Гюль, диорлар, сен истемерсен чекмек, более диорсун, сен не зорла йорсун оно. Бен диорум, зорла миорум оно. Ох, инсалар, селям хэп сана диорлар, а хэп, хэп. Здесь я готовлю элин чорбас, гелин, гелин, невесткин суп. Он готовится из... у меня есть рецепт такой, гелин суп. Значит, лук жарим, чеснок жарим, добавляем пасту перцовую или томатную, какая у вас есть. Добавить, обязательно добавить мяту. Вот самый главный компонент — это мята. Так, мяту добавили, все на сливочном масле. Две таких ложки больших, чтобы вкусно было. И сейчас у меня здесь вот, вот это вот чуть-чуть протушится. Булгур. Кипятком залила. Сейчас промою хорошенько. Добавлю туда, добавлю воды, и будет оно вариться до полного приготовления. И еще я добавила ложку жирной сметаны, чайную. Оно вкус, нужно молоко, а я приловчилась сметаной. Так что вот так вот. И сегодня приготовлю еще плов из булгура с овощами. Будет вот такой вот у нас ужин, обед. Они рано обедают, так что у нас получится нормально сегодня обедать. Видите, что принесла мне моя заловка? Пришла с полной сумкой. Инжир гетердин, сонра не гетердин сен. А, испанак. Испанак дюм бюрэ. Вот так приходят ко мне в гости. Ашкем бен име квар бизде. А, видите, бизде алдык дюн испанак. Это ашлама, садеже ысытачаз. А, видите, мясо только подогреть. Куда бюрек? Бюрек, дюн якмыш. У нас, она у меня золотая. Вот так ходят заловки. Ашки, более гелина улур мы гитмек, гельмек. Хэп гетердин сен. Я и берабер едес. Бу чок гюзэль. О, хазыр мы ашкэм? Эвет, ысытачаз бунэ. Саджер. Шейде, тенчереде сунамады. Тамам, бен гелин чорба япиорум. Шимди, ха? Ага. Neyse, bunu da koyun içersiniz. Gelin çorba, sonra bulgur pilavı istiyorum bu sebzeyle. İ kanatlar. Turşu yaptım diyorum, salatalı, sonra domates. Hmm, evet. Çok yemek var. Sen benim sonra saçımı keseceksin aşkım, lütfen. Gerçekten? Evet, aa, kesebiliyor musun aşkım? Keserim. Kes. Keserim. Şuraya kadar aa, kes. Ha? İstiyorum kesmek. Yoruldun sen. Ha? Tarayamıyorum.
Хочет она постричь. Эли çok yaptı. Tamam. Saç da keser. Bak yeşil de çok güzel yapıyor. Ben bugün yengeme saç kestireceğim. Ага, пришла она мне стричь. Evet. Tamam, bakalım. Çünkü çok uzun. Sonra Razan beni öldürmez. Yok, buralar çok keskinleşti. Evet. Bakım istiyor. Hı-hı. Canlanır. Kesersen evet. Daha güzel canlanır. Evet, evet. Ben sana önceki dedim. Tamam, yaparız. Evet. На проверке цветов. Ha? Gördün mü? Sen burada gördün mü? He, çok güzel. Böyle, şöyle. Ne küçük burada var. Şu tohumu getirdiydim bizim oradan. Bu yıkamak lazım ama bugün hava yok. Посмотрите, дождик прошел. И все повыходили. Bu ne, eski şeyler mi satılıyor? Evet, eski. А вот и папа пришел наш. Наш глава семейства. Я приготовила такой салат. Положила его в холодильник. Сейчас, когда придут, Бабаджим и Ашкем пошел погулять. Вот. Чуть-чуть осталось вчерашнего салата московского. Вот мои маринованные огурчики. И вот салат из помидор. Сейчас посмотрю, как им понравится или нет. Вот здесь у меня плов с булгура. Так, здесь я приготовила из агелин чорба. Ну, а основное блюдо, вот оно. Наши крылышки уже, мне кажется, готовы. Готово. Все. Значит, они у меня подготовились. Сейчас я вам скажу. За 40, за 50 минут все, я выключаю. Потому что уже они будут не те. На высокой температуре они быстро готовятся. Даже можно их уже убирать. Вот так вот. Наверное, снимать не буду, когда мы будем кушать, чтобы не стеснять никого. Ну, а нам приятного аппетита и ждите продолжения. Вот такой у нас стол. Сейчас я такие у нас вышли. Будем обедать все. Вот. Будем сейчас обедать, мои хорошие, мои закусочки. Афет олсун, найлем бидим, биним айлем. Афет олсун. Уважаемые друзья, мы сейчас пьем чай с конфетами. Баба Джима Левчика понравилось. Беген мишчок, рус конфета. Уюзден лютфен. Ким геледжек. Бисчок из теорус, рус конфетлер, чоколад. Я что сказала, что им очень понравилось. Вот видите, уже вторая. Я же спрятала для них тоже. Вот их угощаю, и очень им понравились конфетки. Бегадин мэ, Баба Джим. Дюр ларсен зайфладин. Сен соли не зайфладин, чок. Ты похудел, почему? Сахинов. Чок, ну, бирас хастанды, заболел немножко, да? Там сделал Тамир Вершей, иншат япты, иншат построил, комнату там построил и очень устал. С анемчиком они помогали ему, ой, юзды. А мои, дейсен? Певет ваксен, дейсен, насочек. Икитаны чекет хойдук, ичина телевизион хойдук. Да.
Çiçeklerle süsledin mi baba? Yok. Bir saat koyduk oraya. Bir televizyonu var, iki tane de şey var işte, çekyatı var. Два новых поменяли диванчика. И поэтому он похудел, много работы. Так все хорошо. Чаек пьем. Вот и я, невестушка Гелин. Все помыла, все перечистила. Сейчас сижу, тоже чай пью. Расслабон. Такие вот дела у меня, волосы. Ничего. Так хорошо, я вижу. Мама как смеется. В общем, у нас все классно. Я отошла от плохих событий. Жизнь продолжается, и вы тоже, друзья мои, да, понервничали, все перенервничали, но жизнь продолжается, мы должны жить для своей семьи, для своих родителей, для своих детей, для своих мужей, для всех своих близких и знакомых, которым мы нужны. Так что Светлана уже та, пришла в себя. Все будет хорошо у нас, если мы будем делать хорошие дела, и к нам вернутся хорошие дела. Я, да, очень чувствительный человек, но я, знаете, почему так переживаю, что я хочу оказаться в той пике событий и помогать людям. Я же медсестра по себе, и поэтому любой пострадавший я бегу всегда на помощь. В своих действиях я холодна и принимаю такие правильные действия, решения, но когда я на расстоянии и у меня не получается оказать помощь, вот это вот мне немножко я переживаю. Так что жизнь продолжается. Спасибо, что вы поддерживаете меня. Спасибо, пишите не только комментарии на YouTube, а также звоните мне, пишите мне на Instagram, WhatsApp. Я очень вам благодарна. Спасибо вам большое, мои хорошие. Искренне желаю вам всем любви, здоровья и счастья. И все вместе мы переживем всех негативщиков, всех плохих людей, все катаклизмы даже, которые происходят в мире. Все, моя заловушка уходит уже. А массажлары yapmadı. Saçları ben şimdi kuaföre çıksa şey yaparım. Evet. Giderim. Yok, yok. Şimdi ne işin var? Волосы хотела постричь, но не получилось, заман даёк. Niye? Спешит сын её, не может без мамы. Gidiyor benim aşkım, güzelim benim. Aşkım teşekkür ederim. Her şey çok neydi kızım? Her şey çok güzeldi. Sizi seviyorum. Aç aç ışık, ışık. Sen ilk geldin. İlk geldin bizim evde. İlk. Hadi öpüyorum. Hadi çok teşekkür ederim. Selam söyleyin size ya. Gel yarın da gel. Yarın işte bilmiyorum. Gelebilirsin. Siz rahat rahat. Tamam. Haberleşiriz de. Seni de istiyoruz. Teşekkür ederim aşkım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, kapatın. Ziyamayı. Ya вообще... Удивлена. Чему я удивлена? Потому что в Мерсине первая гроза, гром прошел. Дождя не видно. И свет выключили. Хо-хо. В районе Мезетли выключили свет. Выключили свет? Мы сидим без света? 12 часов ночи еще нету. А мы сидим без света? Обалдеть! А? Гости пришли, а мы без света сидим. А? Вот вам и район Мезитли. Вот там дальше есть свет. Я же говорю, я в видео своих все показываю. Плюсы и минусы, все. Вот так вот, когда здесь гром, дождик, свет выключает. Но не всегда, не всегда. Иногда бывает ситуация, я не знаю, там вот есть где-то, где-то нет, но в основном нет. А в Теджи я позвонила Наталье, она говорит, у нас свет есть. Так что вот так, мои хорошие, темно, темно. Наверное, я лягу спать сегодня раньше, рано, а что делать? Ну что, всем спокойной ночи.